Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. И сейчас в прямом эфире мы будем дарить кому-то мишку. Но не кому-то, а кому-то, кто проживает на территории Петербурга. Всем привет! Мы поехали гулять, и я вспомнил, что я забыл разыграть мишку. Поэтому кому-то сейчас отправится красивый медвежонок. Очень уютный, очень теплый, тактильный и очень счастливый медведь. Так что сейчас узнаем. Комментарии я докатал донизу. И сейчас буду вам показывать и рассказывать, как мы будем узнавать победителя. Все готовы? А мы пойдем гулять по Старому Петербургу. И это меня очень радует. Я люблю ночной Питер. Очень люблю. Раньше я не гулял, потому что я был уставший. Да и когда живешь в Петербурге, не ценишь всей его красоты. А когда приезжаешь в Петербург уже как турист, начинаешь воспринимать его совсем иначе. Ну что, все потихонечку посоединились? Так, где здесь у нас? Так, а как здесь у нас меняется экран-то? А, вот у нас меняется экран. Та-дам. Милый друг, не спеши. Итак, смотрите, как всегда сейчас буду методом случайного тыка вот так вот делать. Если я попаду между комментариями, вот видите, пальчик может попасть у меня между комментариями, тогда будем брать с вами верхний комментарий. Вот, собственно так. Если же вдруг человек окажется не с Питера, будем переигрывать. Так что, в общем-то, все вот так вот. Практически я докатался донизу. В общем-то, так. Все готово? Ну тогда поехали, давайте. Парам-парам-парам-пам-парам-пам. Как вы понимаете, мне все равно, кто выиграет. Я просто хочу, чтобы это было приятно. И опа! Верхний комментарий. Верхний. Видите, да, у меня посерединке. Хочу с этим мишкой проделать любовь. Я тебя очень жду. Татьяна Алекс Иванова. Так. Надо, да, надо ей ответить. Сюда. Ответить. И вот так вот, да. Привет. Вы ее. Да, ты права, сейчас надо ее сфотографировать. Татьяна Алекс Иванова. Есть? Еще раз, сейчас ее сфотографирую. Давай, давай, так, ага, все, вы победили. Та-дам! Ну, в принципе, вот так. Посмотрим. Татьяна Алекс Иванова, интересно, вы у нас в эфире? Может быть. Нечестно? Вот это я больше всего обожаю. Потом еще, да будь ты проклят, шпачина, за то, что он нечестно все разыграл. А я тебе рекомендовал подарить это другому человеку. По-моему, все совершенно честно, всегда. Вот, я же говорю, мне все равно, кто выиграет, главное, чтобы было людям приятно. Это не последний подарок, впереди еще очень много будет подарков. Вот, так что принимайте их благодарнее, чтобы не пропадало желание мне их разыгрывать. Что-то вы быстро от массы отошли. Ох, может быть, у меня было любит, да. Сожительство, сплошное сожительство на протяжении многих лет. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Диана, хорошо на тебя влияет. Спасибо. Вот, короче, вот так. Сейчас тогда будем связываться с победителем и писать ей, чтобы она прислала нам адрес и отправлять к ней медвежонка. Когда отправлю медвежонка, покажу, как я его посадил в машину, он поедет на переднем сиденье пристегнутый. Вот, собственно, вот так вот. Ну все, чего? Мы пошли гулять. Покажи спутницу, не покажу. Все, кто хотели, уже посмотрели. Диана не публичная, ей это не нужно, а у нас все и так хорошо. Все, давайте. Пока-пока, всем до встречи. А мы на прогулку по ночному Петербургу. Что-нибудь покажу, смотрите в сторис.